Ребят, привет и добро пожаловать на мой канал Future Lady. За новостями из мира будущего сюда подписывайтесь на меня. Кому интересны новинки в мире дизайна интерьера? Пойдемте скорее смотреть, это такой космос. Downtown Design – это крупнейший творческий фестиваль, доказывающий, что именно Дубай является столицей дизайна на Ближнем Востоке. В течение 6 дней лучшие мировые профессионалы показывают новинки в области промышленного дизайна. Это мероприятие включает программу переговоров, семинаров, инсталляций, обеспечивая уникальную среду, где дизайн встречается с возможностями. Ни для кого не секрет, что Арабские Эмираты – это страна, где совершенно не любят экономить, особенно на своей семье. Лучшие строительные компании предлагают невероятные проекты, тем самым рождая спрос на лучшие дизайнерские решения. Поэтому самые креативные идеи, в том числе представленные на этой выставке, имеют возможность тут же реализовываться. После посещения многочисленных лекций можно сказать, что век технологий и урбанизации родил новый тренд в дизайне – экологичность. Из-за загрязнения, перенаселения и сумасшедших темпов большая часть жителей нашей планеты страдают от стрессов и перенапряжения. Поэтому дизайнеры стали уделять особое внимание спокойствию и расслаблению в наших домах. Из моды ушли яркие возбуждающие цвета, лишние предметы и приглушенный свет. Их заменили живые растения, элементы из натурального дерева и камня, обилие дневного света, а также мебель из переработанных материалов. Минимализм в сочетании с умным управлением и элементами природы как бы возвращает человека к его истокам, напоминая, что как бы он ни ускорялся, как бы ни суетился и не гнался за мнимыми ценностями, его природное начало и инстинкты останутся вечными. Ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Будущее здесь. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока!